Радостный и такой долгожданный. Первый звонок сегодня прозвенел и в школе номер один села Александровского. Настроение праздника, кажется, не смогла испортить даже по-настоящему осенняя и пасмурная погода. Счастливые и немножечко взволнованные и учителя, и ученики, и их родители. Девчонки с белыми бантами, мальчишки с галстуками. Все как один, нарядные, пришли на школьную линейку, первую в своей жизни. За парты в этом году здесь сядут почти 100 первоклашек. Пока они взволнованно оглядываются по сторонам, ребята постарше не могут наговориться друг с другом. Еще бы, за лето набралось столько разных тем, успеть бы все обсудить. Я очень ждала этот день, когда мы снова все сможем пойти в школу, увидеться со своими одноклассниками. Хотелось увидеть, как они выросли, узнать, кто как провел лето. Первого урока в новом учебном году не могла дождаться и учительница Виктория Дубровская. Вчерашняя студентка сегодня любимый классный руководитель. Молодая, современная. Трудно даже разобрать, кто в этом классе учитель, а кто ученик. Наша работа, она отличается от остальных тем, что мы постоянно живем. Мы ни на одном месте. Мы никогда не останавливаемся, да. И вот мы ощущаем всю полноту жизни именно совместно с детьми. Девушка после вуза сразу решила, будет сельским учителем. Поехала туда, где она так была нужна. В Александровской школе как раз искали химика, а Виктория – работу. Так и нашлись. Спокойнее, приятнее здесь. И дети замечательные. Своих учеников, к слову, школа номер один встречает обновленной и преображенной. Здесь к началу занятий отремонтировали кровлю, заменили окна. И так почти во всех школах района. Мы сегодня заменили кровли в двух школах. Мы заменили окна и полностью закрыли в трех школах. То есть у нас на сегодняшний день 95% школ имеют новые оконные блоки. С Днем знаний ребят сегодня поздравил зампред краевого правительства Вячеслав Гладков. После линейки прогулялся по коридорам школы. Заглянул к 11-классникам. Им за родной партой сидеть последний год, а после их ждет совсем другая, взрослая жизнь. Край очень нуждается в вас. Все ждут, что вы выучитесь и вернетесь на родную землю. Мы вас ждем. Удачи вам. А вот глядя на первоклашек, Вячеслав Гладков вспомнил, как и сам когда-то пришел первый раз в первый класс. И тоже боялся и переживал. В его семье, кстати, тоже есть ученик. Младший сын сегодня отправился на линейку. Сегодня у меня младший сын пошел в третий класс. К сожалению, не очень хороший отец, поэтому не с ним, а на работе. Конечно, хочется, чтобы у него все получилось, но тоже как отец переживаю за него. В День знаний в школе был только один урок, да и тот классный час. Больше никаких занятий. Сегодня день впечатлений и эмоций.